Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые мои подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео я хотела бы сделать обзор товаров, которые я заказала с одного китайского сайта. Этот сайт не AliExpress, как мы с вами привыкли постоянно заказывать, а этот сайт называется Pinduoduo. На этом сайте, точно так же, как и на сайте AliExpress, есть очень много видов фурнитуры, различные фурнитуры, как с покрытием, так и без покрытия. Точно так же можно заказывать на этом сайте и штучно, и также можно заказывать оптом. Оптом можно заказывать и мелким, и крупным оптом. Очень удобный сайт. К сожалению, ссылки на эти товары я вам оставить не смогу с этого сайта. Ссылки, они размещаются, но по ним перейти невозможно. То есть эти ссылки, они не переходят на сайт. Поэтому в сегодняшнем видео будем с вами просто наблюдать, любоваться тем, что я заказала. Давайте, наверное, с вами уже начнем. Первое, что я заказала. Так, сейчас немножечко, наверное, пошуршу. Я заказала вот такие заколки. Основы. В цвете серебро. Я уже заранее достала из пакетика, чтобы не шуршать им. Давайте посмотрим, что же они из себя представляют. Так, вот сама основа. Материал очень качественный, очень такой добротный, знаете. Не хлипенький, не тоненький. Очень плотный металл. Так, как работает механизм? Посмотрим. Отлично работает сам механизм. Все на месте. Нету никаких недостатков, нету никаких нареканий к данному товару. В позиции было 20 штук в лоте. Я заказала 20 штук. Давайте посмотрим на размеры. Так. Что же по размерам у нас тут? 10 сантиметров на сантиметр. Сантиметр на 10 сантиметров. Заказала я данные основы для того, чтобы изготавливать банты. Несмотря на то, что сейчас уже каникулы, но школьный сезон, он быстро настанет, то есть каникулы, они, как говорится, быстротечны, да, и не за горами уже школьный сезон, и для наших юных красавиц, школьниц, я буду изготавливать различного вида бантики. Так, давайте продолжим. Дальше, что же я еще заказала? Так, кроме изготовления бантов, я еще люблю заниматься и полимерной глиной. И вот эту фурнитуру я заказала специально для того, чтобы работать с полимерной глиной. Посмотрите, качество, ну просто шикарное качество. Это не покрытие, здесь нету покрытия, но сам по себе металл очень даже добротный. Мне очень нравится то, что я вижу сейчас вживую. Так, давайте посмотрим. Материал очень, металл очень плотный, несмотря на то, что он такой тоненький. Здесь, наверное, размер
Так, миллиметр. 1 миллиметр. Несмотря на то, что металл такой тоненький, миллиметр, но он плотный. А я хочу попробовать сделать серьги. Для сережек, для серег. Или можно кулоны различного рода попробовать сделать. У меня имеется в наличии полимерная глина. Я увлекаюсь и полимерной глиной. И вот хотелось попробовать. Так, в лоте 20 штук пришло. Замечательное, просто замечательное качество, изумительное качество. Я вот если бы могла оставить ссылку, я бы оставила вам ссылки на данный товар. Ну, на Алиэкспресс, наверное, они тоже есть. Не знаю, сколько они там стоят, но мне обошлось очень даже бюджетно. Вот эти 20 штук. И я думаю, что этот металл, он не почернеет, так как на этом сайте все на китайском языке записано. Поэтому, как бы, я с переводчиком не сидела, там не заморачивалась. Просто вот где было указано, сколько, какое количество, я туда нажимала и заказывала. Я считаю, я думаю, что этот металл, он не потемнеет. Я так считаю. Очень даже качественный, добротный материал. Дальше. Что же я еще заказала? Так, заказала я... Так, вот такую вещь. Посмотрите. Это филигрань. Филигрань в виде крыла бабочки. Вот такая замечательная вещь. Филигрань в цвете золота. Золото тоже, знаете, такое не яркое, не кричащее, а такое добротное золото. Очень красиво, мне просто вот безумно нравится. Посмотрите, как здесь все, мельчайшие детали, все как проработано. Я хочу попробовать сделать брошь-мотылек, брошь-бабочку с помощью этих филиграней. Так, посмотрим на размеры, какие тут размеры у нас. Значит, 4,5 на 2. 4,5 на 2 сантиметра. Здесь в пакетике идет тоже 20 штук. Тоже мне обошлось очень даже бюджетно. Недорого. Позиция была недорогая. Вот будем пробовать. Так, дальше. Заказала я вот такие заглушки для пусет. Двух видов, в двух цветах. Давайте, наверное, откроем сначала вот эти. Посмотрим. Вообще у меня есть заглушки, но они у меня, знаете, силиконовые. И они мне не нравятся, так как со временем силикон, он уже теряет свою упругость и начинает вылетать просто из уха. Так, вот, посмотрим, давайте, что же у нас здесь. В серебре и в золоте я заказала. Заказала я их, вот у меня есть такие пусеты. Эти пусеты у меня с покрытием. Так, здесь я просто трогала, поэтому здесь у меня пальчики, следы видны. Давайте посмотрим, как они у нас будут действовать. Так. Все замечательно, все просто
Великолепно. Так, заходит. Заглушка заходит туго. Ничего там не болтается, не хлипенькая. Замечательная заглушка. Так, в цвете золота. Попробуем теперь в серебре. Так, ну что же, так не фокусируется эта камера. Серебряная тоже без каких-либо нареканий. Замечательная фурнитура. Просто нет слов, скажу так. Эта фурнитура, она без покрытия. Покрытия здесь нету. Но даже без покрытия она смотрится очень даже благородно. Так, дальше. Ну, размеры. Что по размерам? Давайте посмотрим. 5 миллиметров на 5 на 5. 5 на 5 миллиметров. Так. Теперь следующее. Заказала еще вот такие заглушки уже с прорезиненными краями. Тоже серебряные и в золотом цвете. Посмотрите. Тоже замечательные. Замечательные. Просто тоже слов нету, никаких нареканий тоже нету. Посмотрим, как они у нас будут в действии. Так, возьму теперь второй бусет. Так, вот такой у меня есть еще пусет. Но у меня таких пусетов с покрытием очень много. Так, посмотрим. Так, ну сюда. Сюда они... Так, так как здесь у нас есть петелька, то до конца заглушка не доходит. Но тоже, как и предыдущий товар, входит... Очень туго, все прекрасно, замечательно, ничего не хлипкое, ничто там не болтается, ну все хорошо, без каких-либо нареканий. Так, что касается размера, сантиметр, 10 миллиметров. Замечательно. Мне очень пока что все очень нравится. Так, дальше. Ну, последнее, что я вижу здесь. Так, это вот такие стразы, полубусины. В цвете микс и в черном цвете. Давайте посмотрим сначала микс страз. Красота, просто нереальная красота. Смотрите, как все переливается, как это все у нас блестит. 5 миллиметров размер данных полубусин. Их я заказывала для изготовления заколочек. Знаете, на крокодильчики. Есть такие у меня заколочки, крокодильчики. И я хочу с помощью этих полубусин украсить эти крокодильчики. Здесь у нас пакетики. Так, если я не ошибаюсь, по-моему, должно быть 500 штук, наверное. Или, может, 1000 даже. Точно уже не помню, заказывала довольно-таки. Заказ до меня шел довольно-таки длительное время. Теперь так, вот это мы наберем.
Теперь посмотрим черные полубусины. Черные полубусины. Ну, тоже нету никаких нареканий. Все замечательно, просто нет слов. Прям бусинка к бусинке. Они все такие граненые. Если вам видно, вот посмотрите, вот они как светятся. Бусинки все граненые, и благодаря этим граням они вот так прям шикарно переливаются. Здесь тоже в пакетике должно быть, не знаю, не хочу соврать, или 500, или 1000 штук. Вот точно вообще не помню. Так. Ну вот, дорогие друзья, дорогие рукодельницы, вот такой обзор сегодня у нас получился. Если вам данное видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если вам что-то понравилось, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, предложения, пишите мне, я с удовольствием постараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом наша распаковка закончена. Всем до скорых встреч!